Наверное, самый кошмарный сон для любимой женщины – это целый день провести у плиты, а не в подготовке к празднику. Думала ли когда-нибудь наша героиня, что всю жизнь будет стоять у плиты? Возможно, и думала, раз посвятила поварскому делу всю свою жизнь. И ведь не жалеет. Не жалеет о том, что приходится вставать рано, чтобы накормить вкусным обедом учеников, а их без малого порядка 700 человек. После окончания школы юная Галина Попенко с подругами решили поступать в торговый техникум. Но... Поехали поступать в техникум торговли и поступили на повара. Так вот, получилось вот так. Решили с подружками, что все будем поварами. И все поварами стали. И сейчас все повара. Все работают. Все. До сих пор работают. Все это как вот отучились. Это уже больше 30 лет. И так все работают. Все только. Ну я вот одна в школе. Ну я уже давно в школе. А девчонки, кто в академии работает, кто где? Почти 30 лет работает она поваром в школьной столовой. Вот уж где точно трудно угодить ребенку. У каждого свой вкус, свое любимое блюдо. И все предписания Роспотребнадзора им нипочем. Мы даже как-то решили одно время повесить себе ящичек отзывов, что хотят дети видеть в наших столовых. И думаете, что они написали? Шашлык, пельмени и манты. Колу, шоколад и еще что-то такое. Ни одного, никто не написал, что суп там какой-то буду есть, что гарнир. Но у них любимое у нас блюдо – это макароны. За годы своей работы в школе Галина Николаевна стала близким другом не одному поколению детей. Многие из них уже окончили школу, и уже их дети заняли места за школьной партой. Но каждого из них она помнит и отзывается с особой теплотой. Были такие дети, сейчас я не знаю, они по это, наверное, сколько лет уже выпуску. Они уже детей своих привели. Ваня большой такой был пацан, он полненький, всегда быстренький, шустренький. Был пирог сметанный, давали пирог сметанный. Он прибежал и собрал все, съел, и все, учитель выговорит. Приходит, говорит, ну не хватает, куда дели? А ребятишка говорит, Ваня съел, выходим, а учитель ему говорит, так, Ваня, пирог был по 100 грамм, вот за 100 грамм и заплатил. Он говорит, я 100 грамм не ел. Я только ел маленькие кусочки. И все, это до сих пор сейчас вот встречаю, он уже детей своих сюда привел. Я говорю, Ваня, вкус-то пирога помнишь? Он говорит, ну да, но я и немного съел. Бывают всякие. Дети познают мир не только за партой, но и в школьной столовой. И на многочисленные «зачем» и «почему» приходится отвечать даже повару. А уж если станешь для них близким человеком, они откроют тебе самое сокровенное. На любую тему надо знать вопрос. Вот девочка есть, она такая, как сына своеобразная. Как-то раньше не могли к ней подход найти. Все. А потом я знаю, что она узнала, что она пишет стихи. Она сейчас вот подходит, она такая замкнутая вся. Я говорю, как у тебя дела? Как творчество. А она и начинает, ее прям вот это вот возвышает. Она видит, что мы тему подветываем, с ней разговариваем, все. И она, и вот ребенок просто раскрывается. За свою многолетнюю работу в школьной столовой Галина Николаевна стала и психологом, и наставником. А для кого-то и близким другом. Ребенок ведь и тянется туда, где ему лучше. И, конечно, самая большая благодарность от детей – когда они приносят уже пустые тарелки. Тогда приходит осознание, что очередной день твоей жизни прожит не зря.